первый робот-помощник по имени Леон. Его помощь заключается в организации свободного места на письменном столе. Для этого внутри робота расположен вместительный органайзер для канцелярских принадлежностей. Спереди у робота находится мобильное устройство, которое используется как записная книжка. С функцией будильника, часов и напоминания, чтобы не забыть о важных делах. Глаза у робота, они же галогеновые лампочки, которые используются как светильник. Однако эта функция не до конца реализована. Спасибо за внимание. На этом